Сейчас заплатим 10 евро, чтобы посмотреть какой-то водопад. Ну, непонятно, что там. Сейчас придем, увидим. Сперва заплатить надо. Не знаю, держи. Пригодятся. Мам. Вё, видите, мы сейчас в ущелье туда заберемся внутрь. Здесь походу кто-то доковырялся уже. Как видишь? Я не знаю. Сказали, детей за руки надо держать. Ну, может, не таких детей, как у нас. Может, поменьше. Так, пропускаем жителей. Ну, то есть вы соображаете, это та самая река, которую мы видели сверху. Вот она, мутно такая, голубая, серая. Холодно здесь. Красотища какая! Капает на голову! Нет, не хочу! Какие-то два кольца там приделаны. Интересно, для чего? Дух захватывает. О-о-о. Становится влажненько и узенько. Оба-на! Продолжаем следовать по маршруту. Уи! Ёпш-мопш, там впереди водопад, поэтому становится так мокро и узко. О, мой бог, меня уже всего обкапало. Я спрячусь пока в пещерку. Вот. Пока там снимают водопад, я тоже пойду. О, здесь очень мокро, очень шумно и очень узенько. Короче, вы оставайтесь, а мы пойдем. Всем пока. Да я шучу, что я телефон оставлю здесь. Уходим. Все, пока, водопад. Здесь очень классно. Приходите, платите 10 евро, смотрите на водопад. И не забывайте, что здесь очень... Если что, мы башки. Все, ребят, мы уходим. Здесь было очень круто. Почетно, почетно. Стоит ли это 10 евро? На троих. Взрослому 4. Нет, 4. Ребенку 2. Все вместе у нас получилось 10. Ну, посмотреть можно. Тут очень много модных ребят как бы ходят. Ну, модники, модники. Все такое красивое, как говорится, камера можно вообще не выключать и постоянно только снимать, снимать, снимать в режиме онлайн. Жалко, что я не могу проводить, так сказать, прямые репортажи, потому что у меня на канале всего 23 подписчика, но они очень важны для меня, очень важны. Там есть и VIP, и не совсем VIP, и знакомые люди, а также не очень. Разрешаю еще насладиться водичкой. Еще 5 секунд буквально. И мы пойдем дальше.
эти... У нас два оператора как бы работают в штате. Значит, платить надо все. Ну как тут перестать снимать? Ну, посмотрите, мы только вышли из ущелья, а тут горы такие живописные. Это же никакой пленки не хватит у нас. Снимай, снимай. А вы потом жалуетесь. Ну, мне там некоторые звонят по мобильному телефону, говорят, какого, так сказать, черта у тебя видео по 30-40 минут. А как можно не снимать? Снимать даже интереснее, чем смотреть. Согласитесь. Фулиганим? Нам сказали, только что объявили информацию, что теперь мы поднимаемся на гору. Я расстроился. Но обещали напоить пивом. Так что и мороженым накормить, да. Смотрите, опять красота какая. Ой. У меня память кончится в телефоне. С вашей красотой.